Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Значит, я в чат выложил ссылку, пожалуйста, отметьтесь по ней. А что? Ну, ссылка не работает. Ну вот, я вижу, что там отметилось уже 18, 22 человека, 23. Значит, вы единственный, у кого не работает. Да, чем кухонь. Я за это и цикл не работает. Что не работает? Цикл. Я говорю, 45 человек зарегистрировалось, а вы не можете. Да, ну, значит проблема в вас, да? Что вы не можете зарегистрироваться. Ничем помочь не могу. Значит, вы не умеете пользоваться компьютером. Такое может быть? Так, у нас дисциплина математическое моделирование. Часть уже прошло на лабораторных. Давайте посмотрим. Что у нас есть тут? Как строится наша дисциплина. Если будут возникать вопросы, задавайте их сразу, пожалуйста. Экран видно? Видно, да. Да, хорошо. Значит, у нас 4 активности, как всегда. Значит, вы можете выполнять любые активности, набирать максимальный балл. Можете не набирать максимальный балл, все, так сказать, в ваших руках. Итак, у нас активности вот выведены. Это лабораторная работа выполнения, лабораторная самопроверка и взаимопроверка, и тесты к лабораторным работам. Это активность по лабораторной работе. Доклады по темам, групповой проект и итоговый контроль знаний. Пока у нас есть, мы должны его делать, но вполне возможно, что в будущем отменят обязательный контроль знаний. Давайте посмотрим, что у нас есть. Итак, давайте с лабораторных начнем. Вы уже начали делать лабораторные, правильно? Да, верно. Да, да. У всех уже получилось первое лабораторное. Нет? Давайте посмотрим. Еще не у всех? Да, вот. Ну, это я НК смотрю. Тут никто не загрузил еще. Итак, у нас первая лабораторная работа, чтобы вы вспомнили, как работать с Гитом и с Маркдауном. Я надеюсь, что вы хорошо вспомните. Достаточно времени на это. А дальнейшие лабораторные работы, они имеют вид мини-проектов.
нужно решить определенную задачу. Вот идет описание задачи, ну тут достаточно громоздкое описание с примерами на MATLAB. Вы выполняете работу на OpenModelike. OpenModelike видели, да? Нет, не все. Ну, посмотрите в глаза OpenModelike. Вот у нас сайт, откуда можно скачать. Но реально тут под Linux, под Windows и под Mac. Под Mac, по-моему, они уже не собирают давно. И под Mac у них только под x86, под ARM нету. Также они image делают под Docker. Можете его использовать. Ну, надеюсь, у нас сегодня время хватит. Мы посмотрим, кратко пробежимся по моделике. Итак, сейчас вот, да. Вот формула для выбора номера задания, потому что каждый лабораторный идет задание с количеством вариантов достаточным. Формула всем понятна? Да. Да, хорошо. А то у меня на пятом курсе студенты спрашивают, что такое мод. У вас, я чувствую, нет такого вопроса. Вы модульную арифметику знаете. Ну и, соответственно, тест. Все очень просто. Загружаете вот сюда вот лабораторную работу. Через неделю у вас переходит в следующую стадию, стадию оценивания. Тут вам напоминают чек-лист, что нужно загрузить. Соответственно, вы делаете единый гид для всех лабораторных работ. Вот описано пространство лабораторной работы, персональные проекты, групповые проекты и так далее. Естественно, вы свою лабораторную работу записываете, как всегда. Мы это делаем на видео с фиксацией скринкаста и с фиксацией камеры. Это вы тоже умеете. Ну вот тут небольшие пояснения. Значит, вы все видео загружаете на YouTube, и хорошо бы на YouTube, чтобы все ваши работы по определенным дисциплине в плейлист группировалось. Значит, вот тут у нас описывается настройка с захвата экрана. Мы рекомендуем OBS, ну, как простейшую, свободную и мультиплатформенную программную программу. Ну, в принципе, захватывать вы можете чем угодно, если у вас получится. Ну, вот, собственно, все. Тут никаких вопросов возникнуть, я думаю, не может. Так,
Вот это у нас чек-лист опять. Все вы в этом чек-листе делаете. И критерии оценки работы. То есть, что должно быть, какие критерии. И вот у нас критерии идут, каждый блок критериев выдает 12 баллов, поэтому вот так вот такое вот разбиение по баллам. Ну, а можно сейчас вопрос вот по отчету о выполнении? Там же 7 пунктов, как я понимаю. Так, то немного. Они... Где 7? Где у нас 7? Вот запись скринкаста, потом отчет о выполнении. И вот где критерии? 7 пунктов же. Отчет, форматы, подписки, ссылки. Тут получается 14 баллов, правильно будет? Где 7 пунктов? Я не пойму. Вот торможу я, извините. Вот вы только что показывали вкладку. Критерии оценки. Критерии. Вот это список элементов, который должен быть. Это критерии. Да. Вот первый критерий. Пониже чуть-чуть. Запись скринкаста. У нас в критериях 2 пункта. Потом следующий отчет о выполнении, технические критерии. У нас под словом критерии 7 пунктов, где отчеты, форматы, отчет, форматы, подписки. Да, ну тут получится 14, ничего страшного. А как общая оценка будет выводиться за одну лабораторную, там сколько баллов значит, будет? Значит, все это суммируется, а потом нормируется на количество баллов, которые у вас повешены на одну лабораторную работу. Это 4 балла. Понятно, спасибо. Там все суммируется, потом нормируется, получается с дробными частями оценка. И также вычисляется самооценки за ответ. Так, ну все, с этим понятно. Это у нас ссылки на шаблоны. Сейчас посмотрим их. Значит, доклады на лекциях. Вот у нас темы докладов идут у нас, это общие темы, список. Ну вот у вас идут доклады по лекциям. Соответственно, извините, а доклады тоже в Markdown писать? Это в чем вы хотите, в том и делаете. Хорошо, спасибо. А будут какие-то отдельные критерии по докладам? Ну, не знаю, большое количество изображений, ссылки в конце на источники или что-то в этом роде? Нет, по докладам достаточно скромные критерии. Вот такие вот критерии по докладам. Видно, да? Да, спасибо. Значит, ну, тут получается, что выбрать можно только к одной лекции доклад. Так что, если вы не выберете вовремя, то вам может и не хватить. Ну, это уж... А можно вопрос... Время доклада или же количество листов в реферате. Там критерии оценки, где были, там вроде как нужно реферат еще загрузить по этому докладу. Вот. Ага, спасибо. А количество листов? Ну, это сколько вы сможете, да. Угу. Тут нету большого ограничения. Ни снизу, ни сверху. И количество докладов, которые нам нужно подготовить, это один студент, один доклад за модуль. Несомненно, да, именно так.
Один человек, один доклад. Тут и выбрать даже нельзя больше, чем один доклад. То есть вы выбираете, и у вас только определенный доклад выбирается, и все. И поскольку время, ну, вот это до конца недели действует, то в конце недели блокируется выбор темы докладов. И можно только на последующие. Понятно, да? Так, итоговый контроль. Когда он будет, итоговый тест, я не знаю. Это будет приказ. Тут написано для очного, как у вас будет происходить эта экзаменовка, тоже не знаю. Очно или заочно, как будет приказ. Поэтому как вот проставление оценок будет, я пока не знаю. Значит, групповой проект. Групповой проект как бы имитирует создание вами научной программы, ну, научного исследования. То есть вы берете модель, исследуете ее и защищаете. Соответственно, у нас 4 этапа. Этапы у нас идут следующим образом. Защищается каждый этап. Там у нас, наверное, последний срок сдачи и на следующей неделе после последнего срока сдачи защита. По-моему, так у нас. Да, на следующей неделе после последней сдачи защита. Значит, по проектам. Этот проект групповой, он у нас имитирует выполнение научной работы по моделированию. Вообще, если вспомнить, на кого вы учитесь, а вы знаете, на кого вы учитесь? Ну да, вроде примерно знаем. Понимаем. На кого? На кого? Ну, лично наше направление фундаментальная информатика учится на широкопрофильных специалистов. Очень хорошо. И швец, и жнец, и на трубе игрец. Так? Что-то в этом духе, да. Ну и Дмитрий вот... Сергеевич, а мы не на специалитете учимся, у нас направление, у нас нет конкретной специальности. Ну вот закончите вы вуз, и кем вы будете работать? Ну, сначала кем возьмут, потом кем захочется. А кем возьмут и... Нет, вот кем возьмут, тем и захочется, так я понимаю. А кем возьмут? А мне вот тоже интересно, а вы можете рассказать, на кого мы учимся? Вы что, что знаете, на кого вы учитесь? Значит, на кого вы учитесь? Сейчас доску подсоединю.
просто тут. Так. Ну, вот так вот примерно. Итак, у нас в России, да и во всем мире вообще, конечно, не только в России, там только называется немного по-другому. У нас в Советском Союзе были два типа учебных заведений основных. Это университеты и институты. Университет выпускал НПР научно-педагогических работников. Вот главное и научное, и педагогическое. А институт выпускал инженеров. Ну, это значит, у нас верхний слой. Белые воротнички такие. Для синих воротничков у нас были профессионально-технические училища. По-английски это колледж, да? И они выпускают рабочих широкой квалификации. Ну, примеры современных рабочих – это, например, программисты. Программисты имеют как раз уровень рабочих. Потом, в 90-е годы, поскольку университет звучал лучше, у нас институты стали переименовываться в университеты. Почти все. То же самое, кстати, было и за рубежом, например, в Англии это так называемые кирпичные университеты в 90-е годы вот такого вот уровня институтов стали переименовываться в университеты. Ну и поскольку у нас был реальный университет с самого начала, то у нас с самого начала готовились научно-педагогические кадры. Собственно, и программа-то у нас настроена именно на это. То есть вы получаетесь или научным работником, или педагогическим. Соответственно, вам два пути. Если вы используете образование в университете именно для образования, а не для того, чтобы просто побыть тут несколько лет. Два пути. Или вы в академию идете, или вы идете в индустрию. Ну, под академией это у нас понимаются и вузы, и НИИ. То есть вот научно-педагогические кадры. Индустрия – это именно научные кадры, потому что сейчас, в последнее время, в связи с действиями западных стран, у нас опять возникла необходимость в развитии наукоемкой индустрии, и туда можно пойти. Ну, есть еще другие пути. Можно идти в офис сидеть. Но тут проблема следующая. Офисы у нас
очень сильно были распространены в конце нулевых, ну и вот все десятые годы, а сейчас как-то вот количество офисов уменьшается. Ну, плюс вашего диплома для сидения в офисе в том, что вы при вашем наеме понятно, что вы умеете вовремя приходить на работу, особо не высовываться, делать необходимые дела. Ну, в общем, достаточно подходящие. Так, дальше. Можно идти вот на рабочие специальности, например, программистом. Программист. Ну, это нет. Вот именно в нашем случае это вряд ли получится, потому что, на мой взгляд, вам не дают, просто не хватает времени на то, чтобы дать именно вот программерские навыки. То есть вы можете пойти потом сейчас, значит, и сюда вот дополнительно это системный сисадмин и сетевой админ. Ну, это опять же уровень. Ну, в будущем, в принципе, у вас есть задатки. Это до уровня инженера дойти. Это, пожалуйста, есть специализированные такие у нас фирмы, которым это нужно. У вас несколько уровней образования, ну, бакалавр. Что вы с бакалавром можете? Вот представляем, что вот на бакалавре мы закончили образование. Что мы можем на уровне бакалавра получить? Это вот сейчас у нас бакалавры, а как вы знаете, у нас пытаются сейчас ввести американскую модель. Вас уже это не захватит, когда будет не 4 плюс 2 бакалавры плюс магистры, а 2 плюс 2 плюс 2. То есть бакалавры еще на две части разобьют. Что вы можете? Это никуда вы не можете пойти. Но имеется в виду, что никакие навыки, которые вы профессионально усвоите на бакалавриатуре, вам особо не пригодятся. Но есть еще дополнительные навыки. Как вы знаете, наука передается через рукопожатие. Соответственно, обучение в ВУЗе дает вам, ну, хотя бы, вот, например, системное мышление, навык, навыки социальные какие-то, навыки научного подхода. То, что специально нет предметов таких, но то, что присутствует во всех фактически предметах и неявно усваивается вами. Ну, вы можете выбрать программистом. Ну, программистом чем хорошо? Тем, что у программистов достаточно высокие зарплаты. Почему? А высокие зарплаты у них потому, что разный уровень оплаты на Западе и в Восточной Европе, в части в России, на Украине и так далее. Как результат, заказчики у вас
Вы работаете на удаленных заказчиков. Ну, естественно, тут, скорее всего, вы на галеру идете. Работаете на удаленных заказчиков. Они платят меньше, чем своим работникам. Но для нас это тоже очень хорошие деньги. Ну, там и зарплаты больше, и расходы больше. Если сравнивать, скажем, Россию и США, и Западную Европу, то нужно зарплату в России и расходы, соответственно, в России умножать на 5. То есть, если вы получаете 1000 долларов в России, это все равно, что 5000 в США вы получаете. Ну и так далее. Ну и, соответственно, если вам будут платить, скажем, 2000 западных, то это вполне для них выгодно и вам хорошо. Насколько это продлится, этот бум, непонятно. Начался он совсем недавно, как вы помните, начался он в конце нулевых, то есть где-то около 10 лет этот бум медленно начинался, потом разгонялся. Когда он закончится, непонятно. Ну, в общем, у программистов хорошая ситуация, то, что они сидят здесь, а работают там. Некоторые, правда, словив звезду, скажем так, решают, что на Западе жить лучше, к ним будут лучше относиться, и вообще они центр мира, уезжают на Запад, и для них все фактически, эта радость жизни заканчивается. Дальше, опять компьютер сайенс, это системный и сетевой администратор. Или то, что сейчас красиво DevOps называется. Ну вот, наверное, вот это основные. Ну, я не говорю о том, что в офис-то вы точно попадете. Но проблема с офисами, что они как-то уже подсдулись и могут уйти совсем. Такой массовый офисный труд. Далее бакалавр-магистр. Несмотря на то, что бакалавр – это вполне себе высшее образование, и на Западе большинство людей на этом и останавливается. Ну, потому что ситуация в том, что в России образование достаточно дешевое. Скажем, в Штатах оно достаточно дорогое, поэтому люди не видят никакого резона получать магистерское образование. Потому что высшее образование, оно, скажем так, при устройстве на работе и дальнейшей жизни высшее образование служит не для того, чтобы добавить вам плюсов, а для того, чтобы убавить у вас минусов. То есть при поступлении на работу высшее образование, скорее всего, на начальную работу, не на специальную, не будет давать какой-то плюс большой относительно других, но зато у вас не будет минуса отсутствия высшего образования.
принципе, наличие высшего образования нужно уметь реализовать. На Западе, где расслоение достаточно сильное, в тех же Штатах, высшее образование востребовано только у среднего класса. Ну, потому что средний класс всегда находится в неустойчивом равновесии, всегда ходит по лезвию ножа, и как только он перестает идти, то он или падает в одну из сторон, или его разрезает нож. То есть всегда нужно двигаться. Для богатых, ну, образование, в принципе, не играет большой роли. У них, даже если есть высшее образование, оно очень специфическое, какое-нибудь филологическое или что-нибудь в этом духе, не имеющее никакой практической надобности. Там у них другие вещи. Поэтому тому же самому Биллу Гейтсу высшее образование как-то и не особо нужно было. Он и без этого мог. Когда имеешь маму члена совета директоров, директоров IBM, то как-то вот можно и без высшего образования жить. Ну и оно не востребовано у низших классов, потому что требует очень много ресурсов, не только финансовых, но и временных. А реализовать его преимущества они, собственно, не могут. То есть они идут туда, их жизненный путь направлен, где минусы от отсутствия высшего образования роли не играет. Ну и вот у нас, значит, бакалавр, магистр, и все, вы завершили свое. То, что большинство и сделает из вас. Кем вы можете идти? Ну, в этом случае с программистом вряд ли получится. Потому что, еще раз я говорю, что программист – это специальность рабочая. И вам, чтобы дойти до определенных высот в программировании, вам нужно подняться с самого низа. И это не инженерно, это именно вниз надо спуститься на рабочего. Системный и сетевой инженер. Вот это возможно. Это вполне возможно пойти. Но достаточно много специальных фирм, которые этим занимаются, и вас туда с удовольствием возьмут. Дальше. Ну, туда же DevOps. Потом мода сейчас, и она будет, я думаю, держаться еще лет 5, как минимум. Это Data Science и Data Engineering. В чем специфика этого направления? Ну, дата-инженеры – это вот типа системных инженеров. Это люди, работающие со сложными компьютерными программами для подготовки, очистки, хранения данных и так далее. Тут вот именно ваши инженерные нужны будут, и дополнительное ваше системное мышление, научное мышление,
системный подход. Это вот все, что вам нужно будет именно в этом. Data Science – это вот пик Data Science уже пройден. Уже так не гребут лопатой, но все равно можно попасть. А чем занимаются Data Science? Они занимаются постройкой специальных моделей. Мы чуть попозже посмотрим модели, что за дата-сайентисты делают. И вы это вполне можете делать. И для вас это вполне... А вот те люди, которые не знают математики, не обучались в рамках университета, они, скорее всего, ничего путного сделать не могут. Ну, за исключением того, что снаружи это выглядит, как будто вы нажимаете большую красную кнопку, которая все делает для вас. Это как в этом в шутке, что интерфейс Макинтоша – это одна кнопка, где написано «сделать хорошо». Ну и вот снаружи выглядит, что Data Science занимается тем, что делает хорошо. На самом деле, как только люди туда погружаются, они встречаются с большим количеством сложностей. И одна из этих сложностей – это то, что сложно овладеть математикой высокого уровня, не изучая ее до этого. Тут даже проблема не в том, что нужно потратить время. Если ты не изучал математику, программирование и так далее, то у тебя в голове просто нет этих концепций. То есть нужно сделать большой шаг, чтобы прийти к концепциям определенным. Ну вот, результат усилия. И тут какая-то логарифмическая вещь. Вы много усилий прилагаете, а результат у вас чуть-чуть растет. И только вот определенный взрыв выведет вас на дальнейшую ступень. До этого не каждый доходит, а вы в университете получаете уже эти концепции, вы их воспринимаете вполне адекватно, и для вас они являются чем-то уже простым и понятным. Ну, например, для людей после школы идут заниматься вот такими вот вещами, непонятны такие концепции, как файл. Они не понимают, что такое массив. А уж там какие-нибудь списки, это вообще за пределами их понимания. С файлами, да, особенно из-за работы на телефонах, на айфонах, где даже такого понятия нет, как файл. Для них это очень сложно, и им нужно действительно эти концепции получить. А для вас эти концепции очевидны, и поэтому вы имеете перед ними большое преимущество. Ну, кем вы еще можете поспеться? В индустрию, пожалуйста. А вот кем в индустрию? Индустрия на самом деле достаточно сильно занята всякими специалистами, выпустившимися из институтов. Ну вот, например, есть у вас мечта работать в средней... Как среднее машиностроение, да? Знаете, что такое среднее машиностроение?
Нет? Есть тяжелое, и среднее машиностроение. Так вот, под средним машиностроением в Королеве, город знаете такой? Да, знаю. Да, есть такое учебное заведение, лесной техникум. Вы знаете, для кого он готовит специалистов? Нет. Он готовит специалистов для космической промышленности и для центра управления полетами. Логично? Ну, вот среднее машиностроение – это атомная промышленность. Если вы захотите работать в атомной промышленности, скажем, на реакторах или конструировать их, то вы не сможете, ну, реально не сможете туда попасть, если вы не закончите МИФИ. А те, кто закончит МИФИ, тот спокойно может, и большинство из них идет именно в этом направлении. Или, например, ну это как попасть в театр без театрального института. Нет специализированного. Также и у многих областей индустриальных есть свои вузы, через которые можно попасть именно в эти области. То есть, если вы начнете копать, то действительно во многие области вам просто попасть не удастся. Ну, во многих областях и есть возможность работать. Ну и плюс к этому НИИ, да, НИИ вас тоже ждут. Тут опять же, в какой НИИ попадешь и где будешь работать, тут тоже зависит, как ваша жизнь. Да. А можно это слово повторить? Средний что? Среднее машиностроение. Есть тяжелое. Да, да, да. В Советском Союзе это называется среднее машиностроение. И сейчас тоже так же идет. Значит, ну, вот, собственно, вот достаточно. Но тут, конечно, связи нужны, чтобы... И эти связи хорошо бы... самого, ну, во время обучения устанавливать. Ну и кроме того, у нас было несколько потоков, разные места шли, но там, где нужны именно не столько ваши специальные знания по математике и по компьютерным наукам, сколько именно ваши университетское образование, то есть то, что формально не входит в ваше обучение, как я сказал, но то, что у вас есть, ваш общий уровень. Ну, кто у нас набирает? Очень интенсивно у нас Домодедово набирал, аэропорты набирают. Очень много раньше IBM набирала, сейчас я уж не знаю, как она берет, всякие софтовые компании, где вы идете не на должность программиста, а на должность инженера и с возможностью, скорее всего, расти по административной линии, инженерно-административной линии. Ну и в конце концов, конечно, вы можете упасть на работу программиста и стать им.
Не знаю, тогда принесет ли это вам удовольствие. Но тогда вам нужно будет двигаться на должность программного инженера. А, видите, у нас тут не учат этому. То есть это вам нужно будет самим расти по нему. А с программистами следующий недостаток. Ну, вы знаете, технологии, они по сигмоиде растут, да? Так вот. Ну вот, например, может, вы не помните, с конца 90-х по где-то начало 10-х, ну, скажем, по 10-й год, это нулевой год, у нас процессорная техника росла очень быстрыми темпами. Каждый год, 2 раза в год, 4 раза в год новые процессоры. Каждый процессор все более и более мощный. Windows очень сильно развивался. Даже как-то была такая шутка, что даст Энди, то Билли заберет себе обратно. Ну, Бог дал, Бог взял. Энди – это Энди Грув, президент Intel был. А Билли – это Билл Гейтс, третий. А потом раз, и все как-то быстро заглохло. И вы сейчас посмотрите, процессоры-то сейчас улучшаются, но как-то все не очень резво, достаточно медленно. У меня компьютер там еще года 2008, наверное, чудесно еще работает. И не нужно особо обновлять его. То есть вот вышли уже на плато. Ну, дальше пойдет опять. А с программированием мы сейчас находимся вот на этой кривой. И что это приносит? Это приносит то, что очень быстро меняются технологии. Очень быстро тулкиты и так далее, языки программирования. Поскольку им занимаются программированием после школы фактически люди, то они не имеют ни каких-то базовых знаний, ни какой подготовки университетской, и они воспринимают каждую технологию и каждый язык в отдельности. Они не могут построить связи между ними. Им трудно выучить новый язык, новую технологию. В результате они очень, ну, молодые люди, очень много энергии, быстро выучивают новую технологию, а потом технология меняется, и они становятся ненужными. И их в отвал. Все это называется как выгорание. Они становятся ненужные никому. Значит, и третий путь – это бакалавр, магистр, кандидат. Доктор. Ну, это вот минимальные из вас единицы пройдут этот путь. Ну, а дальше, естественно, или университет, ну, или какой-нибудь вуз, или... это PhD, да? Кандидат – это PhD.
А доктор это в англосаксонской нету. Есть в европейской, в Германии, там, во Франции. Это хабилитированный, хабили. Доктор хабили. Там специальный еще уровень. Ну и это вот, это отдельная уже песня. Это, я думаю, что большинство из вас вот как раз вот вот посередине пойдет. И тут очень широкий спектр. Но я вам так скажу, работа будет зависеть от того, какие связи вы установите во время учебы, ну или куда вы попадете сразу после учебы, и там, скорее всего, и останетесь. Вполне хорошо попасть, особенно в современное, очень неустойчивое время, в какую-нибудь хорошую госструктуру. В госструктуре, конечно, вы будете получать формально меньше, чем в коммерческой структуре. Но вот особенно это различие увидели люди во время начавшегося в 2020 году локдауна, когда в госструктурах люди сохранили свои зарплаты, а в коммерческих структурах им или перестали платить вовсе, или стали по мроту платить. Ну, так вот. Для этого у нас есть всякие там, вы знаете, да, эти дни типа открытых дверей, где приезжают с разных работодателей люди. И они приглашают к себе фактически всех. И очень хорошо зацепиться за этого работодателя. Работодатели, ну, если лет 10 назад хорошо было подцепить импортного работодателя, то сейчас это как-то уже не очень хорошо. Что с импортными работодателями у нас будет? В будущем непонятно. Ну или если вы хотите уехать за границу, то лучше уехать за границу после бакалавриата. Почему? Значит, у западных вузов бакалавриат – это то, с чего они получают деньги. То, что стоит очень много для обучающихся. Начиная с магистратуры, вы уже начинаете работать или teacher assistant, или research assistant. И магистратура уже рассматривается не как средство получения денег, а как фактически один из вариантов привлечения работников. То есть вы так работаете там. И кроме того, если вы туда приезжаете на PhD или хуже того уже со степенью, на вас будут смотреть как на чужого человека. И как-то двигаться вам будет не очень удобно по службе. А когда после бакалавра, то вы достаточно легко там ассимилируетесь. Ну и кроме того, нет смысла учиться за рубежом, если вы хотите работать в России. Это абсолютно бессмысленно, только если вы работать хотите на Западе. Ну и плюс к этому следует понять, что
Ну, нету Запада, есть разные страны, и там разная структура и продвижение по службе, и вообще работы. В России действует фильтрующая система. А на Западе, в англосаксонских в основном странах, частично еще в некоторых европейских, например, в Германии частично это действует. Это селективная система. То есть у нас начал учиться в одном вузе, потом в этом вузе стал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором и так далее. Все в одном месте. Как бы ты проходишь фильтрацию. Идет толпа, и постепенно отфильтровываются те, которые не укладываются. На Западе селективная система, то есть, грубо говоря, вот ты закончил магистратуру, и вас всех выкинули. Дальше вы барахтаетесь, пытаетесь опять конкурсы проходить, еще, чтобы попасть на следующую ступень, на аспирантуру. После аспирантуры вас выкинули, и вы опять всей толпой кидаетесь, отбиваете друг друга, толкаетесь, пытаетесь попасть в постдоки. После постдока опять вас выкинули, и вы начинаете попадать в ассистенты и так далее. Ну и кроме того, там идут, вот скажем, в Германии, вам на каждом уровне вы можете пробыть не более 2 сроков. Если вы за 2 срока не перескочили на следующий уровень, то вы считаетесь уже бесполезным человеком, и все. Вас выкидывают из того уровня, на котором вы есть. То есть там другая система, и это нужно понимать. Но это тем, которые очень мечтают попасть на Запад. Про моделирование. Мы изучаем модели. Модели появились впервые, наверное, в физике. Физика – это… Вы, наверное, историю естествознания учили? Нет. Не учили. История естествознания знаете примерно? Вот такой предмет был у вас? КСЕ. Да, было. А у других не было? Да, у нас тоже был этот предмет. Да. А значит, ну, фактически наука начинается, наверное, Галилей, а вот научный метод. И кого после Галилея напишем? Такого знаем? Ньютона, да, конечно. Знаешь? Конечно, да. А такого знаем? Да. Угу. Такой поэт был известный в то время. Поуп. Он написал про Ньютона такой вот фрагмент, так вот звучал: «Природа и ее закон, весь мир во мрак одет, да будет Ньютон, Бог сказал, и всюду льется свет». А потом уже в 20 веке дописали: «Но сатана недолго ждал реванша, пришел Эйнштейн, и стало все как раньше».
Собственно, вот люди создавали научный метод. И самое интересное, что физика как таковая, науки физики нету. Физика – это метод применения моделей для изучения наших природы и техники. Ну, природа, естественно, это природа один, и техника – это природа два. И фактически физика поглощала все остальные научные дисциплины, механику, оптику, электричество, магнетизм, теорию теплоты и так далее. И все это, как только под них подводилась модельная основа, так они поглощались физикой и из отдельных наук становились частью физики. Что у нас представляет собой физическая модель? Она состоит из трех частей. Основная – это теоретическая часть. И две операциональных части. Операциональной части. То есть то, что делается инструментом. Это приготовление системы, приготовление. Это измерение. А теоретическая часть состоит из двух частей, из двух слоев. Это модельная и реализация модели. У нас некая система приготовляется, в каком состоянии. Потом теоретическая часть изучает эволюцию системы. И потом это поступает на измерение, чтобы получить значения, которые мы можем или использовать, или сравнить с какими-то другими. Ну вот, давайте посмотрим, что это у нас может быть. Например, мы изучаем электромагнитную волну. Мы должны вначале, прежде чем изучать электромагнитную волну, ну или свет, получить эту электромагнитную волну или вот свет, например. То есть нам нужно сделать систему, чтобы излучилась. Вот у нас приготовление – это некое излучение, фотон полетел и пошла волна. Вот эту волну мы можем рассматривать, как она эволюционирует. А в конце нам нужно получить какой-то конкретный результат в виде. Мы вообще все результаты измерения только скалеры понимаем. То есть никаких векторных, тензорных величин мы понять не можем, только скалерные. И мы дальше берем и действуем этой волной на электрон, например, на какой-то заряд минимальный. И он получает какие-то направления движения, сила на него действует. И мы эту силу измеряем, получаем набор чисел. Набор чисел. Ну вот, вот это три основных элемента. Соответственно, сама физика и сама модель вот изучает только вот эту часть модели. То есть вы изучаете вот эту часть. Ну, соответственно, вы можете строить какую-то модель, сдвигать
эту границу, изучать, например, испускание фотона. Сдвинули опять модель. Вы подготовили атом так, чтобы он испустил фотон. Например, посветили на него светом или поместили в магнитное поле. И он испустил фотон. Уже модель другая, система другая изучается. Но это вот так вот. Модели есть первого и второго рода. Грубо говоря, мы назовем первого рода модели. Это модели, которые описывают первичные модели, описывают какую-то область физики или других исследований, например, механика, электромагнетизм, ядерная физика, гравитация и так далее. И вторичные модели второго рода. Вторичные модели описывают конкретные явления в рамках понятий, которые созданы в первичных моделях. Кроме того, у нас есть разные реализации. Ну, если первоначально в качестве реализации выступала математика, это стали называть математические модели, то в основном с развитием компьютеров у нас стали разные другие реализации. Ну, например, алгоритм. Как называется моделирование, когда у нас в качестве реализации используется алгоритм? Ваше предположение. Алгоритмическое моделирование. Оно называется имитационное моделирование. И тогда вот под математическим моделированием стали понимать вообще вот весь этот класс моделирования. И математическое еще стало называться аналитическим моделированием. И аналитические модели, да? Алгоритм. Ну вот, например, еще если мы используем аппарат мат-статистики. Как это называется? Это называется статистическое моделирование. На Западе аппарат мат-статистики при работе с компьютерами называется как? Как это называется, этот аппарат на Западе? И у нас сейчас тоже так же называется. Модное название. Ну, это называется машинное обучение. Туда же к машинному обучению относятся и, скажем, нейронные сети и так далее. Ну и вот Data Science тоже туда же. Так вот, основное отличие использования аппарата мат-статистики от основных типов математических моделей, то, что в остальных типах
основную роль играет каузация. То есть причинность. Мы считаем, что происходит эволюция системы потому, что что-то произошло, и от этого произошло другое. Но в это у нас основное моделирование. А если уже у нас статистическое моделирование, то у нас нету причинности. У нас есть ковариация. Мы связываем не потому, что что-то проистекло из другого, а потому, что статистически у нас есть некая связь между этими величинами. То есть, например, связь между количеством людей, которые ели мороженое, и количеством людей, которые утонули на пляже. Ну, вот такая вот. Собственно, из-за этого строить модели в статистическом моделировании много проще, чем в других методах мат-моделирования. Но при этом эти модели могут давать любой произвольный результат, потому что они не устанавливают никаких причинных связей. Есть подвариант статистическое моделирование, так называемое суррогатное моделирование. Суррогатное моделирование вначале закладывает причинность, а потом изучает эту причинность методами статистического моделирования. Ну вот это, собственно, основные методы моделирования, которые вы будете изучать в университете и на наших занятиях, не только на моих. Есть ли вопросы? Если вопросов нет... Можно вопрос про лабораторные работы? Их же можно выполнять на Windows, да? Заменять только командные операции. Ну, допустим, что нет LS, есть DIR. Вот это. Можете выполнять на Windows. Спасибо большое. Так, еще вопросы? А каким образом у нас будут строиться лекционные занятия? То есть мы будем, вот, допустим, на следующую лекцию придем, и там будут зачитываться доклады. Если докладов нет, будут лекции или просто лекция попадает? Если доклада нет, то я вам что-нибудь рассказываю. А можете рассказать, вот я видела, вы показывали больно-рейтинговую систему, а быстро и доступным языком, чтобы в ней долго не сидеть разбираться, можете пояснить? Лабораторные по 4 балла, остальное? Значит так, лабораторные идут. 4 балла за каждую лабораторную. За каждое оценивание лабораторной вы получаете 2 балла. И за каждый тест 1 балл. Это все отдельно. Можете не оценивать, можете тест не делать. Дальше у нас идут доклады по темам. 14 баллов можно максимум за доклад получить. Ну, там считается автоматически, опять же, я выставляю баллы по той табличке, которые критериальные, критерии есть. Я помечаю каждый критерий, и автоматически высчитывается этот балл. Групповой проект, он состоит из 4 этапов, каждый этап по 5 баллов. Кстати, вам, а когда же вам нужно... выбрать проект.
Сейчас я посмотрю. Сейчас посмотрим. Проект вам нужно выбрать до... Что ж такое-то? Вот. Проект вам нужен. Так, сейчас. Это и не то. Это не тот. Вот. Вот это медленно отрабатывает. Вот. Да. Проект вам нужно сделать. Ты. Доступность. О. До 19 февраля почему-то сделано, да? 2 недели вам на выбор проекта. Проект выбираете группы по 4-6 человек и выполняете этой группой проект. Вам за проект 20 баллов, то есть 4 по 5. Ну и тест в конце дает 10 баллов вам. Такой вопрос. Мы самостоятельно выбираем, кого оценивать по лабораторным работам? Нет, вам предлагается список. Вам предлагается список работ для оценивания. А мы должны оценить одну работу или несколько обязательно? Пять работ. Ну, вы можете, сколько вы оцениваете, у вас оценка будет выставляться в зависимости от того, сколько вы оценили, как хорошо вы оценили и так далее. Это будет влиять на вашу оценку за оценивание. А кто будет проверять, как хорошо мы оценили? Компьютер. Ага, понятно. У него машинное обучение идет. Он как-то интеллект искусственный. Угу. А подскажите, темы для групповых проектов тоже заготовлены или мы самостоятельно их выбираем? Значит, вот показываю еще раз. Вот. Значит, вот у нас есть описание проектов. Щелкаем. Вот тут у нас написано, вот я взял эту книжечку, там 9 проектов описано. Тут у нас есть выбор. Вы выбираете номер проекта себе. Вот видите, 9 проектов. Выбираете тот проект, который вы делаете. Ну и, соответственно, договаривайтесь с другими людьми, чтобы группу организовать, или не договаривайтесь случайным образом. Выбираете проекты, потом докладываете эти проекты по очереди. Соответственно, может, ну, не более 5 минут на доклад. Ну, вот 4 человека, как бы считается, что каждый по очереди должен выступить с докладом. Понятно? А сколько групп на один проект могут быть, раз их 9? Не всем или понял. Или без разницы? Вот один проект, да? Ну, вот вы говорите... Вот да. на каждый... А нас очень вот. Много... У вас 3 потока. Все это выбирается в рамках одного потока. Этой, ну, группы групп как. Это 0.2.0.3.0.1, 0.2.0.3.0.2 и 0.9.0.3.0.3. И если мы каждый в отдельности будем смотреть, то не так уж и много людей получается. Ну вот, например, на НК... у меня отмечено тут 18 человек. То есть точно хватит на всех проектов. Это понятно? Вроде бы да, спасибо. А скажите, сколько времени дается на проверку работ? Неделя. И в эти 5 работ входит работа самого студента? Обычно да. Ну, как попадется, обычно попадается. То есть вы свою работу проверяете?
А где-то есть эти критерии проверки нам? То есть нужно просматривать часовые видео с других студентов? Ну, это уж как вы сможете. Извините, пожалуйста, а можете вообще поподробнее про все вот это рассказать? То есть мы сначала сдаем работу, потом ее проверяет преподаватель, потом преподаватель не проверяет. Вы сдаете работу и параллельно проверяете и вы, и преподаватель. Но балл преподавателя весит больше, чем ваш балл. То есть если все поставят пятерки, а преподаватель поставит ноль, то и будет у студента ноль, а у вас срежутся баллы за оценивание. То есть, грубо говоря, наша оценка должна не сильно отличаться от преподавательской. Да. Главная задача. Да, да. Понятно. Да. Спасибо. Извините, пожалуйста, можно спросить? Да, да. Вы сейчас сказали, что темы проектов, они будут на группу, на одну, так? Да, вы выбираете малую группу, от 4 до 6 человек. И... Просто так получилось то, что я вот вижу, что здесь в проектах тема нам уже понравилась. Там ребята застолбили из другой группы, из второй, и из-за этого я не могу тему выбрать. Ну все. Ну, значит... Ну они из второй уже... группы, а мы из первой. Нет, вы по потокам строите. А, по потокам. Да. Хорошо, спасибо. А подскажите, если мы по потокам, у нас в потоке три группы, у нас, грубо говоря, ну, может быть, около там 60-80 человек, нам каким образом разделяется на 9 тем? Нет, у вас 60 человек, но если будет больше человек, значит, на какой-то проект у вас по 7 человек, скажем, будет, вы мне напишите, я увеличу количество человек на этот проект. Еще раз, количество. Вы еще увеличите количество человек на этот проект? Ну вот, у вас проект идет от 4 до 6 человек. Угу. Я всегда рассчитываю, что часть людей вообще не запишется ни на какие проекты. Если вы соберете малую группу на 7 человек, то на вашем потоке я разрешу на этот проект 7 человек. А, теперь понятно. Я понятно сказал. Да. Да, спасибо. Так, еще вопросы? Ну, если вопросов нет, тогда до свидания. Спасибо большое. До свидания.